Совсем скоро на Первом канале состоится премьера сериала «Семья по правилам и без». По сюжету Олег и Ирина Боевы, создавшие миллиардный бизнес с нуля, еще с института всем вокруг казались идеальной парой, пока их отлаженная жизнь не треснула в одночасье. Неожиданно Олег узнает, что за его спиной Ира принимает непорядочные решения, в результате которых страдают люди. Боев принимает решение о разводе. Развод – значит война. Война капиталов, компромата и связей, в которой каждый, включая детей, должен выбрать свою сторону. В попытках отомстить и доказать что-то Боев планомерно уничтожит себя, общее дело и в конечном счете друг друга. И только когда пути назад уже не будет, поймут, что ненависть – оборотная сторона настоящей любви, которая, казалось, давно растворилась в рутине. Главные роли в картине исполнили Алена Бабенко, Виталий Коваленко, Игорь Верник, Лукерия Ильяшенко, Сергей Шаталов, Анастасия Акатова, Олег Чугунов, Валентина Теличкина, Денис Васильев, Алексей Матошин и другие. Премьера сериала «Семья по правилам и без» состоится уже в этом году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событий о любимых сериалах.